Всем приветульки! Сегодня тема расклада «Основные причины застоя в жизни. Что поможет?» Будем работать на колоде Оши и, возможно, на послание фей. Кто знает эту колоду? Выбираем позиции. Желтенькое перо. Зелененькое перо. И, походу, вызвалось красненькое перо. Так, уберем куда-нибудь подальше. Так, красное, желтое, зеленое. Выбираем. Желтенькое какое-то невзрачное, я вам ближе покажу. Вот так оно ничего, симпатичное. Так. Начнем с зеленого. Приветствую, зелененькие. Что у вас там за основные причины застоя? Сейчас глянем. Вы от женщин закрываетесь? Или от мамы закрываетесь? От какой-то сильной особы женского пола закрываетесь? И хотите плавать в этом море одиноким путником, да? Ну, кто-то даже от любви закрывается, потому что туз воды, это туз кубков. Чё закрываемся, чё не так? Считаете, что сможете сами как-то выйти на новый уровень в одиночестве, преобразиться, так сказать, в молчаливом состоянии, медитативном, еще чего-то. Вы считаете, что все делаете правильно? Что высшие силы там считают? Ой, они так печальные, они так страдальные, они считают, что в любви-то у вас откроются новые возможности. Туз радуги это... Туз пентаклей. И вам бы туда. А вы откладываете свой путь любви. Да что ж вы это все так творите-то, а? Что не так? Сердечко разбитое? Ой. Так, что здесь? Специальное огня. Смелость. Ой, вы считаете, вот появится нужная, правильная женщина, вот пойду я туда, вот пойду с полной уверенностью, это она, это моя дорога, это все прям вау, супер, высший класс. Тогда пойду, да. А сейчас я пока негативно на всех настроен. Мой жезл пылится, да? Точнее, ваш жезл пылится. Ой. Какие вы интересные. Проекции чего? Проекции старой жизни накладываются. Считаете, что теперь вы мудрее и правильную женщину я разгляжу среди тысяч и миллионов других, да? Ну, рада за вас. Что там еще? Боже, огня. Сравнение. Обмаяковала эта карта мне. Так, советуют вам идти в новое, широко шагая, с пламенным сердцем. А, тут еще такое послание, если вы не пробуете ничего нового, если вы не пробуете, не идете в отношения, если вы не пробуете идти на контакт с людьми окружающими, у вас ничего поэтому не меняется. У вас нету сравнения с теми людьми и теми людьми, с той ситуацией и этой ситуацией. Вы просто в одиночестве сидите, медитируете, как будто, может, просвещаете. Короче, вы поняли. Ня-ня-ня-ня-ня, что дальше? Королева воды. Лень. Так, есть у вас тут на горизонте женщина, а вы ленитесь. Вы не хотите быть королем огня, а жезл-то свой подкатить, да? Простите, у меня игривое настроение сегодня. Жезл свой подкатить.
Это не я, это через меня. Хорошо. Так, ладно. Совет вам, как выйти с этого состояния. По-моему, тут совет уже изначально был. Хорошо. Как вам выйти из состояния застоя? Что поможет? Так. Ну тут... Упс. Вот кому тут делать нечего. Простите. Уберу подальше. Так. Не могу выключить, у меня там что-то заело. Выключи, пожалуйста. Так. Вегетарианство вам может помочь. И духовный учитель. Возможно, вас наставить на путь истинный какой-то умный человек, который занимается в том числе вегетарианством. Вам как будто не обязательно заниматься этим. Но этот человек, который может помочь, он занимается вегетарианством. И он обучает других людей, либо наставляет, либо пытается помочь своими знаниями. Вот у этого человека, как бы по вашему мнению, все хорошо и прекрасно в жизни, как бы гармоничен, успешен в вашем понимании. Возможно, он не является таковым и неуспешный и всякое такое, но в вашем понимании успешен. Как будто он плывет, или она, ну, здесь как он идет. Как будто он плывет по волне, в расслабленном состоянии и вот кайфует от жизни. Любая неурядица в жизни становится таким вот трамплином. То есть на любой каке можно подпрыгнуть выше в своем уровне развития. Вот этот ориентир вам поможет. Вот тот человек вам может помочь. Хорошо, на этом все. И еще совет, вам нужно кого-то простить. Возможно, у вас там какие-то отношения недозаконченные. Избавьтесь от старого гнева или обиды. Избавление от старого гнева или обиды ускорит исполнение желания. То есть избавьтесь. И этот человек может помочь вам избавиться, если вы не знаете как. Есть целая куча техник там и свечами, и письмами, и медитативным, так как вы очень любите посидеть в одиночестве, помедитировать. И на природе есть целая куча техник, как избавляться. Поэтому светлый путь, как говорится. Хорошо, первая позиция, зелененький. Благодарю вас за внимание. Отложу или уберу вообще. Желтенькие, приветствую. Кто выбрал желтую позицию? Вторая позиция. Желтенькое перышко, где мои карты? Что там у вас за основные причины застоя в жизни? Читаю, потому что иногда в потоке забываю тему. Основные причины застоя в жизни. А застой-то есть, карты так аж в трясину какую-то вводят. Так, ладно, это ваше, не мое. Хорошо. Читаем. Медленное движение, по вашему мнению, все рушится. Реально все рушится. Обрезание старых связей каких-то. Возможно, даже уход с работы. Но вы очень хотите уйти с этого негативизма, как будто бы. Королева огня. Вам женщина какая-то подсвечивает путь. Но вы не очень доверяете ей. Но вы к ней идете, потому что считаете, что она умудренная жизнью, да, может уже
Прости, о Господи, практики вас там отучают. Взаимодействовать хотите с этой женщиной? Она как будто преграды ставит, что ли? Не видит вас того, чего вы хотели бы, чтобы она видела. Вас это в стресс вводит. Где-то даже закрываетесь. А вам бы то летать охота. Существование, не успев. Смотрите, этот человек не видит вас в вас, потому что вы не транслируете ей себя. Как бы это ни парадоксально было, но вы пытаетесь быть или лучше, или так, чтобы ей подошло, или так, чтобы правильно оценила в вашем понимании. А если человек пытается быть не собой, то есть рисует там определенную картину для другого человека, да, то человек считывает. И он чувствует подвох, подмену, еще чего-то. И он интуитивно не хочет с этим человеком общаться. Вам бы стать собой, во-первых, найти себя, стать собой, войти в гармонию, понять, что когда вы являетесь собой, притягиваются те люди, которые вас будут считывать на вашем тонком плане, на вашем уровне, на физике, на всех уровнях, такой вот вкусной конфеткой, и будут рады с вами взаимодействовать. То, что вы выбрали, как себя транслировать, это для вас является ношей. По мнению высших сил, это очень утягощает ваш путь. Участие в чем? Так, не уверена, что это ваша карта. Участие в чем? Туз воды. А вам советуют посидеть в одиночестве, подумать, даже не подумать, а вот нащупать себя, посмотреть на себя по-новому. Какой вы? Какая вы? На самом деле есть. Вы та или тот, кем не были никогда. Мы всегда рисуем какую-то лучшую картинку. Мы были собой только в детстве, там, до какого-то уровня, когда мы начали осознавать, что вот маме больше нравится, если я не плачу. Вот маме лучше, если я не вредничаю. Вот папа больше со мной играет, если я ему улыбаюсь. Ну вы же не всегда хотели улыбаться. Иногда зубки резались, еще чего-то. И вы начали закрывать свои какие-то желания, свои какие-то физические проявления, эмоциональные, чтобы получить за это выгоду. То есть проявление любви от кого-то, либо заботу, либо еще чего-то. Мы так привыкли и транслируем в мир лучше картинку, чтобы лучше нас воспринимали. Но когда мы уже осознанные, когда мы понимаем, что нам там некомфортно с теми людьми, ради которых нужно играть, ради которых нужно меняться до такой степени, что сам себя в зеркале не узнаешь, можно это все поменять. Щелкнуть пальцами, перетрансформировать, это сложно. Без сомнения, это очень сложно, но это возможно. Вот, карта «Новое видение». Увидите себя по-новому, и люди вокруг вас не просто подтянутся, они будут ценить ваши изменения, вас самих, и чувствовать вас вами. Все так. А здесь был совет? По-моему, вот это и был совет, как это все изменить, что поможет. Ну, я еще достану карту, мало ли. Вдруг вам еще что-то надо. Так. Ну, в принципе, то, что сказала, то и есть. Еще совет — здоровое питание. То есть переставайте кушать всякие вкусняшки. Да, они доставляют радость на некоторое время, там буквально пока в туалет не сходите, да? Отдыхать, природа, исцеление внутреннего состояния, которое потом перейдет на физику. Но для того, чтобы побыстрее перешло на физику, нужно правильно питаться. Радость, веселье тоже поможет. Только не нужно заставлять себя веселиться. Если вы хотите поплакать, поплачьте. Ваша физика у вас сейчас это требует. Хорошо, вторая позиция. Благодарю вас. Благодарю вас за внимание.
С вами было весело. Не знаю, почему у вас там достаточно сложные ситуации, где-то там непринятие себя в глобальных аспектах, но мне было приятно с вами общаться. Так, все. Третья позиция. Приветствую вас, красное перышко. Что там у вас творится в жизни? Основные причины застоя в жизни. Там колода разваливается. Разваливается колода. Основные причины застоя в жизни. Чуть мне не нравится, как я выгляжу. Надо кипиша навести. Хорошо. Основные причины застоя в жизни. Что там у вас происходит? Политика. Дружелюбие. Через какие-то знания пытаетесь обрести, я бы сказала, единомышленников, но единомышленники с каким-то подвохом, чтобы... Знаете, как в детстве? Вот я дам подружке конфетку, она будет лучше ко мне относиться. Вот я похвалю ее прическу, и она пойдет со мной на свидание. Вы как будто знаете подход к людям и это умело используете. Вам что, скучно уже сейчас? Так, королева облаков. Ой, да вы манипуляторша, я бы сказала. Используете это в основном-то на мужчинах. Вы знаете, как проманипулировать. Для своей выгоды. Вам когда грустно, печально, вы находите как будто новую жертву. Вам не хватает состояния, когда вас ценят, когда в вас нуждаются, когда вас достают из-под земли для того, чтобы вы уделили время. Вы используете вот эту вот уловочку, чтобы не чувствовать себя одиноко. Чтобы не съесть себя заживо, свои мозги. Как-то много думаете, если в одиночестве. Надеетесь, что при правильном партнере это одиночество уйдет. Но вы выбираете партнера своим умом, не сердцем, а умом. И плюс же умом вы его как бы привязываете к себе. Для вас это нормально, обыденно, стандартно, по другой программе и другими моментами вы не курировали, не курируете и не хотите курировать. Пришло время помудреть. Это будет сложно для вас, очень сложно, потому что это как будто извлечь свое тело, какую-то часть там, отказаться от руки или ноги, или уха. Ну, понятно, и слуха тогда не будет, если ухо убрать. Да, это очень сильно нужно убирать. Изменения. Тут такое состояние идет, как будто у вас даже выбора не будет. Если вы сами туда не пойдете, в эти изменения, сами не захотите убирать это из своей жизни, вас заставят, вас не просто подпихнут, вас подсунут танком туда, куда надо. Пришло время менять свою жизнь. Счастье в чем? Во-первых, вы придете к пониманию того, что вы просто манипулятор и далеко не махровый.
когда манипулируют людьми махровые, ну, люди, да, они дают какую-то там плюшечку, и человеку после этого хорошо. А вы как будто давите на больной, да, на мозоль, да? И человек ощущает непреодолимый страх, боль, неуверенность, при этом жгучее состояние «меня понимают». Вы как будто давите на вот это вот... Это пример, да? Вот, ну тут же полное, ну ты же, ну тебе ж неудобно, тебе ж дискомфортно. Не, ну я понимаю, что ты не можешь с этим ничего сделать. Я тебя принимаю такой, например. Надавили, а потом я тебя понимаю. И человек из-за того, что вы его понимаете, с радостью с вами общается. И как только он чуть-чуть отдаляется, вы опять на больную на мозоль клац, и опять на удочке. Вам здесь бонусом вообще тема «Основные причины застоя в жизни, что поможет», да? Здесь момент того, что вы не осознаете, что это ну, плохо, да, в вашей жизни, это негативно влияет, но вам хотят передать, что именно вот эта вот штука, что вы творите с людьми, негативно влияет на ваши взаимоотношения с противоположным полом. Настолько негативно, что таким путем взаимодействия с другими людьми вы закрываете путь, ну, вашей родной душе, да, к себе. Понятно, что здесь могут быть люди, которые в паре. Но поймите, вы пошли в отношения с этим человеком через вот эти манипуляшки. И вы рисуете себя вот такой или таковым. Ну это ж сложно. А расслабиться и кайфануть от взаимодействия с противоположным полом вы себе не позволяете. И этим же самым вы сжигаете свою жизненную силу, жизненный заряд, вот как батареечка. Стандарт ему, когда с телефоном, да, общаемся, там, на день его хватает. А вам как будто хватает на 15 минут, и вам опять подзарядиться, а вы подзаряжаетесь через общение с другими людьми. То есть через их вот это «она меня понимает». И вы такие от этого восторга взяли батареечку такую, бум, и подзарядили. Хорошо, как вам выйти с этого? Если вы, конечно, хотите выходить с этого. Вот тут идет карта аффирмации. И мне идет аффирмация. Я хороший человек, я хороший человек, я хороший человек. Не знаю, у вас должны быть свои, конечно, аффирмации, но... Но вот такое вот взаимодействие с противоположным полом, с людьми вокруг вас, с подругами, с друзьями, это далеко не от хорошего человека. Еще плюс... Плюс вам совет от высших сил, то, что вы хотели, то, что вы желали, то, о чем вы мечтали, желайте. То есть вы как будто дальше даете маячок своим людям, своим друзьям, искренним, истинным. Поймите, что от вас будет отваливаться не ваши люди. Вы будете действовать по-другому, жить по-другому, говорить по-другому, реагировать по-другому. На вас будут по-другому реагировать, и вы привыкнете. Но менять пора. И совет вам, пожалуйста, потерпите вот эти вот неприятности, которые, как вы будете считать, что это неприятности, они на самом деле во благо. На этом все. Благодарю вас за внимание. Сложная такая ситуация у вас, хотя, может, вы не осознаете эту ситуацию, но как есть. А на этом все. Пока-пока, до новых встреч.